И я сегодня буду говорить о принципах ученичества, об основных глобальных принципах, что значит для нас с вами быть учеником. Почему? Потому что каждый человек имеет какую-то основную направленность в жизни. Нравится нам это или не нравится, но у каждого из нас есть какая-то своя дорога. И человек, я сравню его как вода, он найдет, куда эту свою направленность, скажем, проявить. Точно так же, как вода найдет, куда потечь. Вот налейте на стол воды, и она обязательно найдет, где меньше уклон, ниже уклон и потечет. Точно так же у каждого человека есть своя направленность. Допустим, рыбак. Вот у нас было воскресенье, водное крещение в церкви, водоем, естественно, мы пришли, там погода не очень была хорошая сначала, Господь явил милость, дождь перестал, и уже когда закончилось крещение, то в принципе была достаточно хорошая погода, и мы все идем к машинам. В автобус люди садятся, в машину, и я смотрю, одна семья стоит. Стоит возле машины с очень грустным лицом. Почему? Потому что глава этого семейства по природе, по своей направленности – рыбак. После крещения он бегом в машину схватил спиннинг, удочку, и сказал своим близким, жена, дети, полчаса, и побежал. И уже наматывает. Почему? И стоит эта жена здесь между, все поехали, нормальные люди, домой, поехали обедать, поехали отдыхать, собираться на молодежное вечернее служение. Они стоят, ждут. Почему? Потому что человек найдет свою вот эту вот дорогу. Рыбак увидел воду. Не важно, что семья стоит, не важно, что это воскресный день. И он сказал, хоть попробую. Музыкант, у него есть своя направленность. И моя бабушка говорила, что если музыкант, то он будет играть хоть на нервах, хоть на расческе, хоть на чем угодно, но он будет играть. И если в семье есть один музыкант или певец, то он вытрясет внутренности всей семьи. Он ходит себе, поет или она там, и уже все говорят, да помолчи ты, да сколько можно, почему? Потому что вот эта глобальная направленность будет обязательно проявляться. Если хозяйка любит готовить, то вы можете себе представить, сколько у нее в голове идей. И в народе говорят, что хорошая хозяйка сварит кашу из чего? Из топора. Почему? Потому что ей надо готовить. И я знаю одну такую хозяйку, у нее хорошее настроение, что она делает? Готовит. Ее дети разозлят, муж разозлит, что она делает? Готовит. Почему? Потому что это ее направленность. Как некоторые хозяйки убирают. Вот хорошее настроение убирают в доме, плохое настроение еще быстрее убирают в доме. Почему? Потому что надо куда-то проявиться. И вот так вот спортсмен будет искать свое проявление. Но, друзья, мы не зря так говорим об этом, потому что духовный человек, ученик Иисуса Христа, он обязательно будет искать вот эту вот дорогу, где можно проявить свое ученичество. И если этого не будет, то у меня большой вопрос. Ученик ли ты? Если ты стоишь возле водоема, тебе дали удочки и говорят, попробуй. И человек стоит с этой удочкой в руках. Вот леску потрогал, потрогал крючок. Никакого интереса, почему нет этой наклонности. Если ты не музыкант, тебе поставят самую дорогую аппаратуру. На, пожалуйста, поиграй. Ну что, резиновая? А что 77 клавиш, а не 73? Человека нет наклонности, ему неинтересно. Дай самые лучшие продукты, он так приготовит, что есть не сможешь, потому что не хочется. И иногда родители просят своих детей, помоги. Я помню, мы куда-то там спешили, то ли на репетицию, то ли куда-то с молодежью. Я папа, ну скопайте огород, ну помогите. Я помню, как мы этот огород копали. Один медленно еле переворачивал, второй быстрее, чтобы это закончить. А третий он настал и говорил, да гори синим пламенем этот огород. И когда папа это услышал, сказал, мне таких проклятий не надо. Куда собирались, туда идите. Не надо мне этого делать. Почему? Нет наклонности к работе. Но есть же люди, проснулся в 6 утра, надо работать. У меня один из такой друг, он в 6 проснулся, всю семью разбудил. Че спать, надо работать. Вот. Его жена с тряпкой ходит по дому, хоть что-нибудь делает, досыпает. У человека есть наклонность. И вот смотрите, друзья, Бог нам дал все, что нам необходимо.
Он дал свое слово, Он дал церковь, Он дал силу Духа Святого, Он дал нам Сына свое, спасение в Иисусе, и говорит, идите, проявите свое ученичество. И я смотрю на церковь, и иногда это очень ярко выражается, люди хотят показать ученичество, а иногда человек просто не имеет такой наклонности, у него все есть, но он ее не проявляет. И вот поэтому нам нужно сегодня быть очень-очень внимательными к тому, что Бог от нас требует – быть учеником. И хотя здесь написано «проявление ученичества», но я сегодня говорю о том, что есть основание для того, чтобы это ученичество работало. А если нет основания, то оно и не проявится. Если нет внутри желания, оно не проявится. У меня есть один друг, он настолько пропитан вот этой идеей евангелизма, ученичества, что я люблю с ним куда-нибудь поехать, я люблю с ним побыть. Почему? Я становлюсь тоже евангелистом. Вот у меня другое призвание, у меня другое служение, но я иногда скучаю вот по этой вот внутренней тяге спасти человека через жертву Иисуса Христа, засвидетельствовать. Мы едем в машине, останавливают на дороге какой-то там человек подвести. Многие не остановится, но я знаю, что он всегда остановится. У него места не будет в машине, он всех подвинет, но остановится. Почему? Это возможность. И он едет в этой машине, человек сидит рядом, он ему свидетельствует, уже молится, руку положил, глаза закрыл, искренне, со слезами, ты ж за рулем. Я думаю, что Бог его просто хранит, потому что то уже руку за руку, я тебе помогу, я тебя благословляю. Человек выходит из машины, 3 раза уже покаялся, 2 раза исповедовался, 7 раз поплакал, проехали 30 километров. И я смотрю, я вижу, у человека горит имя Иисуса, сила Иисуса. Но я знаю другую ситуацию и другие ситуации, когда садится в поезд, 12 часов ехать целую ночь, просидел с наушниками, сам помолился, сам почитал, сам порассуждал. А люди, которые посидели рядом, так и не поняли, кто это с нами ехал. Почему, друзья? Потому что не горит. И вот особенно этого ожидается от молодежи. Мы сейчас очень много говорим о этой эпидемии, мы говорим о этих вирусах, об этих болезнях, онлайн-трансляциях. И знаете, у меня иногда создается ощущение, что некоторым людям так понравилась эпидемия или это пандемия, им так понравилось сидеть дома. Им так понравилось, что не надо в церковь ходить. Одна женщина говорит, ой, я и постираю, я и обед приготовлю, и собрание посмотрю. Так хорошо было, когда вот этот вот карантин был. Людям так хорошо, что не надо кемпы проводить. Я у молодежного лидера спрашиваю, ну что, когда будет? Он говорит, так нельзя ж. И с такой радостью сказал, нельзя. Почему? Потому что он знает, что такое организовать. Это надо накормить, это надо спать уложить, это надо дисциплину соблюдать с проповедниками, с музыкантами, с группами. И кто хоть один лагерь организовал, тот знает, сколько это много труда. Друзья, горит ли сегодня у нас вот эта вот направленность быть учеником, проповедовать имя Иисуса? И если горит, то это нужно возгревать, это нужно поддерживать, иначе оно само не будет гореть. Но если не горит, нужно очень внимательно порассуждать и очень сильно задуматься над своей жизнью. Что во мне не так? Я буду читать текст, мы будем, рассуждая, молиться. Евангелие от Марка, 3 глава, 13, 14, 15 стихи. Написано об Иисусе. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». И дальше он перечисляет, кого избрал и кто был поставлен. «Взошел на гору, позвал к себе, кого сам хотел, пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, чтобы посылать на проповедь, и чтобы имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Аминь. Читая этот текст Священного Писания, друзья, мы можем очень много знать, рассуждая, понять. И, конечно, глубина есть у этого текста, но я просто скажу 3 очень важных духовных урока на основании и этого текста Священного Писания, и других новозаветных текстов, прежде чем мы будем молитвенно рассуждать о себе и молясь просить у Бога силы.
Принципы ученичества. Самый первый, очень важный принцип ученичества для нас с вами – это быть позванным. Друзья, еще раз. Быть позванным. Я думаю, что мы не раз попадали в такие ситуации, когда нас не позвали. Все собираются, всех пригласили, а тебя не позвали. Какое ощущение? Что происходит внутри? Какие мысли? И мы можем столько много историй сочинить, почему не позвали. Мы можем найти множество объяснений. Мы можем огорчиться, мы можем обидеться, можем роптать, можем много эмоций проявить. Почему? Не позвали. Но что это меняет? Это ничего не меняет. Но как приятно знать, что тебя позвали. И может быть, ты даже не пойдешь, но тебя позвали. И я не раз испытывал вот это вот состояние, когда ты не собирался идти на какое-нибудь мероприятие, но ты спрашиваешь у жены, а нас позвали? Она говорит, да, нам дали приглашение, скажем, на свадьбу. И уже приятно. И ты понимаешь, что хоть ты не пойдешь, но приятно. И если ты не собирался идти и спрашиваешь, нас позвали? А тебе говорят, не, не позвали, не дали приглашение. И что ты говоришь? А я и не собирался идти. Но все равно так неприятно. Почему? Потому что ты оказался вне плана. Я сегодня говорю о том, что мы с вами в большинстве своем выросли в христианских семьях. Даже если вы не родились в христианской семье, вы молодые люди, сейчас в этом молодежном лагере, это значит, что вы где-то в юности покаялись и растете уже в церкви. Друзья, это очень хорошее основание для того, чтобы быть позванным. Но то, что ты в церкви, это еще не значит, что ты позван. То, что ты приходишь на богослужение, то, что ты читаешь Библию, то, что ты молишься, это еще не значит, что ты позван. И я сегодня очень трепетно это говорю. Почему? Потому что нам с вами, верующим людям, нужно приложить старание к тому, чтобы услышать то, что сделал Иисус. Поднялся на гору и позвал, кого сам захотел, чтобы услышать каждому лично: «Я зову тебя». Я приглашаю тебя в мой план. Я приглашаю тебя в мое царство. Я приглашаю тебя быть моим учеником. И это не так просто. Это очень сильное духовное переживание, когда ты понимаешь, тебя позвал Господь. И я понимаю, почему люди сегодня устают от своего христианства. Я понимаю, почему они иногда лишь бы как относятся к своему служению. Потому что у них нет вот этой вот внутренней силы, силы призвания. Молодые люди, просто уделите этому особенно внимание. А позван ли я? Позвана ли я? Имею ли я вот это вот свидетельство Духа Божьего, что я Ему принадлежу? Есть разные люди и по-разному двигаются в служении. Я вот смотрю, что самый ценный человек – это человек, который сам хочет и которого позвали. Но если человека позвали, и он не хочет, не будет толка. Или если человек сам хочет, а его не зовут, тоже не будет толку. И вот поэтому написано, Иисус позвал, и они пришли к Нему. Вот это вот призвание должно иметь завершение. Быть позванным и ответить на это призвание. Я знаю одного человека, он говорит, я хоть на пузе, но до пасторства доползу. Молодой парень. И он правда, он как на пузе ползет. Он везде лезет, он везде щемится, он везде пытается найти что-то. И он так и не добрался до пасторства. Почему? Потому что его не зовут. Потому что он не пригоден для этого. И однажды ему сказал, до тех пор, пока я имею власть, я тебя не пропущу, ты не будешь пастырем. И он так обиделся, он так огорчился. Почему? Потому что его не зовут, а он очень сильно хочет. Я верю, если у него будет смиренный дух, я верю, что он найдет другое применение. Но нет ни у кого из братьев, ни у кого из церкви понимания, что этот человек должен быть пастором. Он не будет позван в это служение.
Может быть, вы скажете, это жестоко звучит? Нет, не жестоко, потому что для каждого человека есть свое призвание. Если он не станет пастором, это не значит, что он не будет применительным или примененным. Но я другого человека знаю, очень хороший мой друг, он точно так же сказал, я хочу быть пастором, я буду пастором. И так случилось, что он потихонечку начал двигаться, он стал диаконом, он стал двигаться в служении, он стал пастором. Я смотрю на него, я понимаю, что если Господь призывает и человек хочет, это достигает очень сильного результата. Но бывает наоборот, мы человека зовем, приглашаем, а он не хочет. У нас один появился человек в церкви, и мне сказали, что он неплохой музыкант. Я подошел к нему, говорю, а как ты планируешь развиваться в служении, что ты хочешь делать? Он говорит, а что вам надо? Я говорю, ну, нам надо служители, нам надо посвященные люди, нам надо те, кто будут гореть для дела Божьего. Что ты можешь? Скажи, мы тебя применим. Он говорит, а вы скажите, что вам надо, я подумаю, смогу я это сделать или нет. Я говорю, ты скажи, что ты можешь. Я подумаю, как служитель церкви, сможем мы тебя применить или не сможем? А он опять, так а что надо? Скажите, как вам кажется, какого ответа достоин этот человек? Что вам надо? Что бы вы сказали? Ничего не надо. Реально, вот ничего не надо. Бог восполнит этот недостаток, даже если где-то и надо будет. Я годами смотрел на этого человека, и я так и не увидел никакого движения в сторону служения. Почему? Потому что нет желания. И может быть, Господь даже призывает его в какую-то позицию, служителя призывают, человек не хочет. Поэтому первичный урок ученичества – это быть позванным и ответить на это призвание. И вот это начало, это как ядро, с этого начинается внутренняя сила для того, чтобы двигаться и достигать результата. Я думаю, что в вашей жизни были какие-то обстоятельства, куда вас заставили идти. Вот очень часто для молодых людей это связано с музыкальной школой. Родители почему-то хотят, чтобы мы были музыкантами и певцами, да? Вот. И они с самого детства нас заставляют кого-нибудь идти в музыкальную школу на какой-нибудь инструмент, заниматься, чтобы быть профессионалами. Кого из вас заставляли ходить на музыку, а вам это вообще казалось, что это издевательство над вами? Можно видеть вашу руку? Это не грех, ничего страшного, я также поднимаю руку, потому что из меня хотели сделать скрипача. Вот. И просто 7 лет я ходил на класс скрипки, ездил на другой конец города. 40 минут нужно было в одну сторону, 40 минут в другую сторону. Почему? Потому что из меня делали скрипача. И я вам скажу, что это не было бесполезным. Это выработало слух, это выработало музыкальную грамоту. Но я вам скажу, что когда ты не хочешь, не хватает силы. Тебя заставляют, тебя увлекают, подарками задаривают иногда. Иногда обещают тебе какую-то славу, иногда тебя хлопают. Я помню, вот у нас в детстве так делали, мы в детей своих так делали, как родственники соберутся, тебя на табуреточку ставят, стихи рассказывай, песни пой, на скрипке играй. Вот тебе все хлопают. Ну, еще с маленькими детьми это работает. Но когда ты подрос, тебе уже эта табуреточка начинает конкретно надоедать. Почему? Потому что сколько бы ни заставляли, нет силы. Но однажды я загорелся научиться на другом инструменте. Я настолько сильно загорелся, что вот то давление, которое на меня оказывалось, мне показалось нормальным, но я добавил еще свое рвение. 3 часа в день, 4 часа в день, 5 часов в день. Я ночью сижу. До тех пор, пока не засну, родители придут, все выключат, наушники снимут с меня. Я так сидя и сплю. Почему? Потому что уже не хотят будить. И вот когда соединяется твое желание, соединяется призвание, давление, если хотите, со стороны, то появляется такая сила, которая приводит к результату. И вот поэтому написано, Иисус позвал не лишь бы кого. Он позвал тех, кто был способен ответить на его призыв. И это сделало настолько сильными учеников, что они исполнили свое служение, не исполнили свое течение. Будет ли силы у нас с вами исполнить наше служение? Друзья, будет сила в том случае, если мы переживем вот это вот призвание, если мы почувствуем от Бога приглашение поучаствовать в Его плане.
поучаствовать в Его воле. И это приглашение будет иметь наше доброе согласие. Тогда, в то время, когда был Иисус, была определенная модель ученичества. Как собирали учеников? Ни один учитель не собирал сам учеников. Люди от самого детства воспитывали своих детей. Допустим, вот апостол Павел, еще когда был Савлом, то он воспитывался у ног Гамалиила. Мы с вами читаем это в Священном Писании. Каков был тогда принцип? Родители этого мальчика Савла и сам этот мальчик Савл проявляли инициативу. Они ходили за Гамалиилом и говорили: ну возьми моего сына в ученики, ну возьми моего сына в ученики. И Гамалиил, как учитель Израилю, ходил и думал, надо ли мне вот этого ребенка брать себе в ученики или не надо. За это родители платили большие деньги. Они должны были содержать своего ребенка, если он стал учеником какого-то раввина. И это столько много было усилий, столько много средств, что люди, если добились ученичества, то они ценили этим ученичеством. И если Савла отправили к Гамалиилу, то он должен был держаться за этого Гамалиила. Почему? Потому что столько много сил потрачено быть учеником. И даже апостол Павел потом хвалился, он говорил: я воспитан был у ног Гамалиила, это не лишь бы что, он лишь бы кого не брал. И вот это была модель того времени, восточная модель. Ученики напрашивались к учителю, и учитель мог не всех взять, но если он взял, то он передавал все, что знал, а ученик должен был максимум взять. И это была норма. А тут появился Иисус. Иисус идет, встречает Иоанна, встречает там, Петра, встречает Матвея. И все по-другому. Он приходит и говорит: следуй за мной, будь моим учеником. И представьте, у евреев того времени что-то в голове не срастается. Я же должен сам напрашиваться, я же должен платить за это. А тут пришел Иисус и говорит: пошли со мной. И я думаю, что у них был правомерный вопрос. А сколько мне надо вложить в это все? Иисус говорил: ничего, просто иди за мной. Тебе не надо платить, тебе не надо этим дорожить. Если ты захочешь, ты сможешь в любой момент уйти. Он даже своим ученикам однажды сказал: а не хотите ли вы уйти? Я ж вас не держу. Я-то вас позвал, но если вы хотите, вы можете уйти. И Петр тогда сказал: а куда нам идти? Ты нас позвал, мы пошли за тобой. Это ж позорище будет и тебе, и нам. Но я своими словами говорю. Даже те же самые ученики спрашивали: вот мы все оставили, а что нам будет от этого? Что нам от твоего ученичества? Были люди, которые приходили за Иисусом или приходили к Иисусу и говорили: я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. А что говорил Иисус? Вот один из книжников пришел и говорит: я пойду за тобой. А Иисус сказал: лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить. Другими словами, если ты пойдешь, то тебе ничего за это не будет и пользы никакой тоже не будет. Ты не будешь богатым, ты не будешь успешным, ты будешь просто посвященным, но не так, как все другие люди. И вот поэтому ученичество Иисуса, в отличие от другого ученичества, строилось на доброй воле и стопроцентном посвящении. И поэтому на сегодняшний день, посмотрите, сколько родители вкладывают сил. Ничего ж не поменялось, прошло 2000 лет. Родители вкладывают своих сил, чтобы из детей сделать хоккеистов, например. Я смотрю, там ребенка отправили на секцию хоккея. Кто-нибудь из вас ходил на хоккей или нет, там, в детстве или сейчас? Вы не можете себе представить, сколько это все стоит. Сколько стоит вот эта вот все экипировка, сколько стоят тренировки. Но родители столько вкладывают, чтобы ребенок был хоккеистом, шахматистом, на бальные танцы. И мне кажется, что сегодня из детей хотят сделать монстров, чтобы они все умели. Чтобы они умели петь, играть, танцевать, шахматы там, я не знаю, на коньках кататься, на лыжах. Вот. И это же соревнования родителей. Они приходят в школу, а мой ходит на робототехнику. А вторая мама: куда на робототехнику? А мой не ходит. Непонятно, чего ж мой не ходит? И своего на эту робототехнику. Понаблюдайте, что происходит вокруг. Все кружки денег стоят. На рисование, на музыку. А тут в церкви есть воскресная школа. Эти учителя воскресной школы организовывают уроки, организовывают лагеря с этими детками. Сю-сю-сю-сю-сю-сю-сю. А эти детки сидят как эти. Ты принес свою тетрадь из дому? И что мы слышим в ответ? Кто из сестер работает в воскресной школе? Забыл.
а ты домашнее сделал? Такие глаза. А ты с родителями почитал? У родителей иногда спрашиваешь, почему твой ребенок не был в воскресной школе? И такие же глаза. Ну, мало ли, там у бабушки был, у дедушки был. Молодежные лагеря организовываются. Иногда надо упрашивать людей. Поехали, поехали. Конференции организовываются. Люди спрашивают, а кто будет? Если никто из специальных звезд не будет, а что ехать? Я как-то однажды одному сказал, о, будет такой гость, которого ты, наверное, не знаешь. Такой, а, скажи, кто это? Я еще потянул время, говорит, Дух Святой будет на этой конференции. И вы знаете, он был очень сильно разочарован. Почему? Я так и понял, что он не знал, что это такое, когда Божий Дух присутствует. И вот смотрите, люди сегодня столько много сил тратят на то, чтобы быть успешными в этой жизни, чтобы чего-то добиться, бизнес начинать. А сколько сил мы тратим на то, чтобы быть учеником Иисуса? А здесь нужно просто посвящение. Это стоит просто твоего посвящения. И когда Иисус приходит и говорит, следуй за мной, это значит, что ты не будешь богатым. Это значит, что ты не будешь успешным во всем. Это значит, что ты иногда будешь, может быть, недоедать, иногда недопивать. Иногда ты будешь унижен, оскорблен. Посмотрите, сейчас в Америке президент начал церкви поднимать. И верующие возрадовались и сказали, о, как хорошо, президент за церковь. Но очень многие губернаторы, которые против президента и против церкви, они начали душить церкви. Почему? Только потому, что президент поднимает церковь. В некоторых церквях запрещают уже петь на сегодняшний день. Из-за пандемии общим пением петь нельзя, на сцене петь нельзя. Почему? Вы заразите друг друга. Как заразить через пение, если этот вирус не передается воздушно-капельным путем? Но это нападки на церковь. Мы не знаем, что будет дальше. И когда Иисус звал своих учеников, знаете, что Он сказал? Пойдем за Мной. Они говорят, а что будет нам? Говорит, ну ничего, Меня гнали, и вас будут гнать. Нравится такое ученичество? Люди хотят потеплее место, поудобнее место. А Господь говорит, будете ненавидимы за имя Мое. Но Я вас сегодня призываю не в этой жизни быть успешными. Я вас призываю не на то, чтобы вы дверцы построили, покорили все вершины. Я вас призываю быть служителями Нового Завета. Я вас призываю видеть завет в Моей крови. Я вас призываю в Царство Небесное. И если ты готов, пошли за Мной. Друзья, вот это вот начало ученичества, когда ты услышал призвание, и ты пошел за Иисусом. И то, что мы родились, вот будучи молодыми в христианской среде или в христианской семье, это большое-большое благословение. Потому что в этом рождается призвание. Иисус пришел в иудаизм. Иисус пришел туда, где знали законы. Но этого было недостаточно. Точно так же, как родиться в христианской семье недостаточно. Но Он из этих евреев, написано, позвал, кого Сам захотел, чтобы они ответили на Его ученичество. Поэтому, друзья, порассуждайте о своей судьбе. На что направлена она? Куда она выльется? Грешник выльется в грех, а святой человек выльется в святость. Плотской человек будет все ресурсы тратить на плотские удовольствия и достижения, а духовный человек найдет любой способ, чтобы его дух возрастал. И если вы еще не имеете какого-то внутреннего сильного призвания, молитесь об этом, ревнуйте, скажите, Господь, я хочу быть позванным, я хочу услышать от Тебя вот это вот повеление или голос, иди за Мной, и я хочу ответить на это. Есть еще один урок, очень важный урок ученичества. Что значит быть учеником? Быть позванным, мы сказали. Еще один урок – это ходить и делать то, что делает учитель. Вот Иисус призвал учеников. Зачем Он их призвал? Он их призвал для того, чтобы научить. И как Он их учил? Через то, что они должны были практиковать. Они должны были делать то, что Он говорит. И нам кажется, это так просто. Ну, сказали, да сделал. Но на самом деле это непросто, потому что быть учеником подразумевает 100% смирение и подчинение. И это не так просто. Кто из вас учится в высших учебных заведениях? Я думаю, что в каждом учебном заведении есть какой-нибудь въедливый
педагог или профессор. Вот такой, который просто жилы вытянет и кровь выпьет медленно. И ученики или студенты делают все, что только могут. Скажите, что-нибудь работает или не работает? Чаще всего не работает. Почему? Потому что есть один способ – смириться. Одна мне девушка рассказывала, у них был такой педагог, профессор величайшего уровня, известный по всему бывшему Советскому Союзу. Просто ненавидел женщин и девушек вообще. Вот просто ненавидел. Заходит девушка, сразу не сдача. Вот, заходит парень, ну хоть там бестолковый, вытянет его почему? Ну потому что мужик. Вот у него было такое отношение. И он делал все, чтобы никто не сдал, если ты девушка, если ты принадлежишь вот женскому полу. Знаете, говорят, что такое сдача, полусдача и несдача? Говорят, когда сдача, это вопрос, правда ли, что Великая Отечественная война началась в 1941 году? И ты, ну и все, это сдача. Полусдача, это, говорит, в каком году началась Великая Отечественная война? А когда несдача, тогда спрашивают, перечислите поименно погибших в Великой Отечественной войне. Вот ты понимаешь, что все направлено, чтобы не сдать. И вот эта девушка рассказывала, говорит, что мы только делали. Мы искали пути обходные, мы искали, как сдать, кто бы подсказал. Искали, не знаю, честно, где бы кому, как заплатить, чтобы кто донес. Говорит, мы делали ему пакости. Ему студенты занесли гроб к квартире, поставили. Просто доставку заказали. Вот его жена звонит, им гроб, доставка в дом. Что только не делали. Я спросил, ты сдала или не сдала? Она говорит, сдала. А как? Она говорит, просто смирилась и выполняла все то, что он говорил. Сказал выучить, выучили. Ну, естественно, в добром смысле этого слова. Сказал вызубрить, вызубрить. Дословно, дословно. Как в учебнике, как в учебнике. А учебник он сам написал. Вот, поэтому, как правило, нужно было дословно вызубрить. Интонация, интонация. Чтоб только он не сказал. Почему? Я хочу сдать предмет, мне нужно получить диплом. И она говорит, мы ходили, жаловались. А никто ничего не может сделать. Почему? Потому что он профессор с именем. И все вокруг говорили, терпи, что-нибудь придумай, как-нибудь постарайся. Вот что значит учись от меня. И я, конечно, не скажу, что такой Иисус. Но вы знаете что? Человеческая природа сама по себе не хочет подчиняться. И поэтому нам от рождения очень сложно быть учениками. И даже у самого лучшего учителя Иисуса нам тяжело быть учениками. Смотрите, весь мир чему учит? Будь личностью, будь сильным, ни перед кем не преклоняйся, ты можешь большего. Я смотрю сегодня, сколько много разных психологических тренингов, коучеров появилось, там, которые обещают разрушить пределы, выйти за границы возможного, ты можешь добиться большего. А тут приходит Иисус, говорит, следуй за мной, и ты пошел за ним. И что он тебе предлагает? Научись от меня. А чему научиться? Быть кротким и смиренным. И ты понимаешь, что это не свойственно твоей природе, быть кротким и смиренным. Научись от меня. И когда шел Иисус, когда появлялись люди, которые делали ему зло, говорили зло, вы думаете, ученики внутренне не бушевали? Иисус, да ты ж можешь. Ну ты ж можешь их всех на место поставить. А Иисус их всех успокаивал. Говорил, не надо, не надо. Даже когда Иисуса пришли взять, Петр что сделал? Схватил нож и решил навести справедливость. Вот она, человеческая природа, сделать по-своему. А что делает Иисус? А Иисус говорит, Петр, давай, спрячь свой нож. Берет это ухо отсеченное, приложил и исцелил. Научись от меня. И это не так просто. Более того, он требовал от них, чтобы они, исполняя его левую волю, он говорит, идите, проповедуйте, идите, изгоняйте бесов. И они в один момент пошли, пришли, говорят, о, Иисус, нам бесы повинуются. Такие радостные были. Иисус говорит, ну не этому радуйтесь, радуйтесь, потому что имя ваше записано на небесах. Но в другой раз, когда пришел отец и сказал, послушай, там твои ученики молились, а что толку? Ничего не происходит, поэтому я к тебе пришел, помогай. Иисус тогда даже внутренне и внешне возмутился, он помог. Когда сидит 4 или 5 тысяч человек, в одном случае так, в другом так было, и ученики говорят, Иисус,
они голодные, давай их всех отправим домой. Представьте, сейчас сюда приехала вся церковь Вознесения. И что будет думать Александр, там, Николай? Давай их всех отправим домой. Ужин уже закончился, еды на всех нету. А что Иисус сказал? А, есть хотят? Не, домой отправлять не будем. Говорит, а что делать? А вы дайте им поесть. Представьте, что учеников, они сразу начали считать, сколько там, 200-300 динариев пойдет. Это штука денег, ты же Иисус. Но ты же со мной, ты же должен уметь это делать. Ты же мой ученик. И это не так просто, это значит, нужно полностью повиноваться. И они говорят, не, мы не можем, у нас денег нету. Иисус всех посадил аккуратненько, помолился, преломил, и раздавали. Еще осталось. И они смотрят и думают, вот как надо было делать. Ты же с Иисусом, так накорми. А у меня нет. У тебя 5 хлебов, 2 рыбки, вперед. Что значит быть с Иисусом? Это сидеть с Ним в лодке. Это целую ночь до этого ловить, ничего не словить. Иисус учил, учил, а потом говорит, Петр, забрось сети по правую сторону лодки. Ученик – это тот, кто повинуется, это тот, кто учится. И Петр говорит, наставник, ну мы тут целую ночь ловили, ничего не бывает, чудес не бывает. Ну нет рыбы. Уже день, солнце встало, уже вся рыба ушла на дно там, где похолоднее, она ж наверху не плавает. А Иисус говорит, Петр, просто забрасывай. И помните, какую Петр фразу сказал? По слову твоему. По моему соображению я бы не забросил. Но по твоему слову, раз ты сказал. Это было даже для людей. Я рыбак со стажем, я соображаю, что рыбу так не ловят. Но он же сказал. Забросили эту сеть. И что произошло? И произошло то, что Бог определил. Друзья, быть учеником – это повиноваться Его действию. Это повиноваться Его голосу. Он сказал. И если Он сказал, то это будет внутренность твою переворачивать. Это будет твой разум будоражить. Это будет не соответствовать логике никакой. Но Он сказал. И если ты ученик, ты это сделаешь. Потому что по-другому быть не может. И вот поэтому Иисус 3,5 года водил учеников за собой. И Он учил их послушанию. Он учил их смирению. А они что в этот момент делали? Они ходили и думали, мы попадем с Иисусом в Царство Небесное. Интересно, а кто из нас будет больше в этом Царстве Небесном? Что их заботило? Их не заботило повиновение, их заботила власть, их заботила слава. Даже некоторые позвали свою маму, говорит, мам, помоги, потому что сами не справляемся. Мама пришла, говорит, Иисус, есть дело, надо поговорить. Я вам спрашиваю, что такое? Ну вот ты там на небо уйдешь, и ты сказал, что нас с собой заберешь. А можно мои сыновья сядут по правую и по левую сторону? Ну что, тебе сложно, что ли? И когда они вот так рассуждали, вы помните, что сделал Иисус? Он привел их в горницу, взял сосуд с водой, взял опоясание и сказал, вам сейчас ноги буду мыть. Еще все более-менее согласились, а Петр начал возмущаться. Не-не, не умоешь моих ног вовек. Он говорит, если я тебе не умою, если ты не смиришься, если ты не будешь 100% послушен, ты не будешь счастья со мной иметь. И вот поэтому, друзья, быть учеником, мы с вами сказали, это быть позванным. Это начало. Но следующая стадия быть учеником – это научиться следовать за учителем. Научиться постоянно подчиняться его указаниям. Бог сказал. И нравится нам это или не нравится, мне сказал Господь. И я вам скажу, что на сегодняшний день вот эта вот фраза потеряла силу. Многие проповедники, многие верующие люди ее обесценили. О, я сидел, пил чай или кофе, и мне Бог сказал. Я иногда послушаю, что Бог сказал. И у меня вопрос, какой тебе Бог это сказал? Я еду на мотоцикле, а мне Бог, тю, говорит, поверни направо. И я повернул направо, тю, налево, я налево. Каким духом тебя носит? Бог не говорил. Иногда люди свои собственные желания выдают за Божьи, но это не ученичество, это безрассудство. Но когда Бог говорит, это очень сильно. И это нас обязательно чему-то учит. Это нас обязательно учит как минимум смирению, кротости. Бог сказал.
У нас один человек жил рядом с ним, была соседка, настолько злая женщина. В тюрьме сидела, судьба разбита, и она этому верующему просто делала зло за то, что он верующий. Все что угодно. То забор поломает, то собаку пустит, чтобы курей этот собака там передушил. Ну вот все, что она хотела, то и делала. А он, как верующий человек, терпел, молился и решил переехать. Все, уезжаю, я больше не буду жить. А Господь сказал, живи здесь дальше, и все. Мучается и живет. Почему? Бог сказал. И зачем это нужно было? Затем, чтобы совершить свой план. И когда этот человек умер, когда уже вот-вот лежал, его тело лежало в гробе уже прямо у края могилы, эта женщина через толпу прибежала, упала на нее, плачет, прости меня, святой человек. Я была не права и покаялась. Через это все соседи увидели, что значит свет Христов. Когда ни одного укоризненного слова, когда ни одного зла в ответ, когда просто терпение. Почему? Потому что Бог сказал. И мы понимаем, что через это исполняется Божья воля. Сколько много библейских примеров, для нас вообще непонятных. Но Бог сказал, и так будет. И так было. Поэтому нам сегодня, еще раз повторюсь, друзья, по природе человеческой очень сложно подчиняться 100% безоговорочно Богу. Это не так просто. Если Господь скажет, иди туда, сделай то, то еще проще. А если Господь скажет, пошли ко мне на небеса, и возьмет и заберет человека. Раньше времени, раньше срока. Сколько много ропота, сколько много возмущений. А если Бог позволяет человеку болеть? А если Бог позволяет человеку трудности переживать? А если Бог позволяет человеку проходить через какие-то сложные обстоятельства? И мы сразу хотим это сбросить на дьявола. Это дьявол, это сатана, это бесы. Да, так бывает. Причина всякому злу, проклятию – это демоническая природа. Но, друзья, если Бог не допустит, если Бог не позволит этому быть, этого не будет. Или если человек сам не разрешит этому быть. Да, написано «незаслуженно не сбывается», но в случае с Иовом Бог допустил. Это, конечно, другая тема, очень сложная тема. И об этом говорится в Писании, что не надо бояться искушения, потому что искушения и испытания приходят вместе. Бог никого никогда не искушает, искушает сатана. Но в этом искушении Бог испытывает человека. Поэтому, друзья, мы должны с вами понимать, быть учеником – это полностью подчиниться Божьей воле. И поэтому Писание, знаете, какую интересную фразу говорит? «За все благодарите». А что значит «за все благодарить»? Если быть честными, мы не можем благодарить за трудности, мы не можем благодарить за болезни. И мне кажется, люди нечестно говорят и поступают, когда им больно, они умирают, они говорят, я благодарю тебя, Боже, за болезни, за смерть. Ну, как минимум, не искренне. Но быть за все благодарным, это значит смириться перед волей Божьей, если ты ее знаешь. Если не знаешь, борись с искушениями, борись с болезнью, изгоняй этот демонический дух. Но если Господь, как Павлу, сказал, довольно для тебя благодати моей, будет так, как будет, у тебя жало плоти, ангел сатаны, он тебя постоянно удручает, и так будет. И что сказал апостол Павел? Я смиряюсь, я буду хвалиться немощами. Почему? Потому что мне дано это жало вплоть, чтобы я не превозносился. Вот такой у меня характер. И вы знаете, друзья, что самое главное? Я сейчас не проповедую поражение. Я сейчас не проповедую бессилие, я сейчас проповедую веру. Писание говорит, что многие из них, из героев веры, умерли в вере, не получив обещанного. Но это не значит, что они были поражены, это не значит, что они проиграли. Это значит, что они были сильными в своей вере, но научились подчиняться Господу. И одно другому не противоречит. И вот поэтому нам нужно развивать свою веру, нам нужно двигаться в вере, нам нужно практиковать веру. Но при этом в этой вере нам нужно научиться смиряться перед Богом. Потому что вера без смирения делает человека необузданным. А смирение без веры делает человека бессильным, бесплодным. И вот поэтому в христианской среде для учеников очень важно быть в вере и в смирении. И тогда действует Господь. Точно так же, как ученики, они ходили, и они должны были быть в вере в Иисуса. Если Он сказал, что девочка спит, значит спит.
Все будут смеяться, ученики не должны смеяться, потому что Он сказал, мы верим Ему. И надо подчиниться. Если Он сказал сделать так, то сделай. И вот через это открывается сила ученичества. Жить по вере, но быть полностью подчиненным в послушании Божьему Слову и Его действию. И третий очень важный урок, друзья. Что значит ученичество? Во-первых, мы с вами сказали, это быть позванным. Во-вторых, это полностью учиться от Иисуса, быть Ему повинным или послушным. А третий урок, это то, что сказал Иисус ученикам. Я сейчас пойду, но вы должны идти по этому миру, проповедовать Евангелие. Другими словами, идите и сделайте это уже без меня. Ученичество, с одной стороны, это пожизненное состояние. Ты пожизненный ученик. Но первая стадия в присутствии учителя, но стадия высшего ученичества, это когда уже нет учителя, но ты продолжаешь исполнять его учение. И поэтому Иисус от самого начала своего служения ученикам говорил, «Мне нужно будет уйти». Мне нужно будет пострадать, мне нужно будет вас оставить, я пойду на небо, я буду ожидать вас там, я пошлю вам Духа Утешителя, но вы будете делать уже без меня, и поэтому учитесь сейчас. Что это значит? Это значит, друзья, что человек настолько пропитывается идеями учителя, что даже тогда, когда учителя нет, он продолжает безукоризненно следовать этим принципам, потому что он стал таким же, как его учитель. И до тех пор, пока учитель с тобой, тебе просто быть учеником. Если у тебя что-то не получилось, есть к кому обратиться. Но когда учителя нет с тобой, тогда вся ответственность лежит на тебе. И вот поэтому ученики не могли понять, как мы будем без Иисуса. И они справедливо задавали этот вопрос, а как? Иисус им сказал, идите в Иерусалим, ожидайте обещанного от Меня. И они не могут понять, чего ожидать. Они говорят, ты царство Израилю восстанавливаешь? Он говорит, нет, ожидайте обещанного от Меня. И он говорит, сила Духа Святого придет на вас, и она настолько сильно наполнит вас, что вы будете Моими учениками, вы будете Моими свидетелями. Ученичество становится личным свидетельством. И посмотрите, что стало с учениками. Когда Иисуса распинали, они все разбежались. Когда Иисус был распят, погребен, и даже когда воскрес уже, ученики прятались в горнице, написано, все двери были заперты. Почему? Из-за опасения от иудеев. Скажите, друзья, была ли опасность для учеников на то время? Их кто-нибудь трогал или нет? Фарисеям нужен был Иисус. Пилат распял Иисуса и забыл. Почему? Потому что он сам не хотел это делать, его вынудили. Фарисеи успокоились, Иисус распят, все, больше никто народ возмущать не будет. Ученики, а чего вы боитесь? Чего вы закрываете двери? Чего вы трясетесь? И когда Иисус встал посреди, так они испугались, они подумали, что это вообще призрак. Вас же ж никто не пугал, вас же ж не преследовали. Посмотрите, насколько они переживали, что они остались одни, нет учителя. Но когда пришла сила Духа Святого, когда пришло помазание, смотрите, что произошло. На учеников один император, Нерон, потом второй император, Доминициан, поднимает конкретное гонение. Их убивают, перепиливают, жгут, пасти львам отдают. Конкретно гонение на учеников. А что они делают? Они идут и проповедуют. Они поют, когда их на смерть предают. Их сжигают, они проповедуют имя Божие. Стефана побивают камнями. Он говорит, я вижу Сына Человеческого, я вижу небо отверстое. Почему? Потому что высшая стадия ученичества – это быть наполненным духом учителя, даже тогда, когда его нет. Даже тогда, когда Иисуса нет рядом. Но ты настолько наполнен Его Духом, Его Словом, Его учением, что ты готов идти на смерть. Почему? Потому что ты не можешь отступить от этой истины. И вот поэтому Писание говорит, вы познаете истину, познаете Иисуса. И истина сделает вас какими?
свободными, независимыми. Она сделает вас полностью посвященными этому слову, этому действию. И вот поэтому, друзья, когда мы говорим о нашем ученичестве, мы должны понимать, что наш духовный опыт должен развиваться. Да, есть момент покаяния, когда Господь нас призвал. И человек покаялся, и такой счастливый. Очень многие свой день покаяния вспоминают с такой ностальгией, с такой радостью. О, как мы молились! О, как было хорошо! Как Бог коснулся! Какая свобода была! Ты был позван, это правда приятно. Потом есть какое-то время, когда ты учишься, когда Бог обеспечивает твою жизнь, когда Иисус просто рядом с тобой. И многие люди после покаяния настолько восхищены Божьим действием, насколько это возможно. Они говорят, Бог все устраивает, Бог помогает, Бог тут благословил, тут благословил. Куда ни глянь, везде Господь. И это правда, так и есть. Как в пустыне Господь настолько заботился о своем народе, что им не надо было ни о пище заботиться, ни о воде заботиться, ни об одежде. Он все им обеспечивал. Но время пустыни проходит. Время ученичества с Иисусом проходит. Нужно переходить дальше. Нужно переходить в сферу действия Духа Божьего. Духа – это учение. Потому что Иисус сказал, «Я есть истина». И если ты познал меня, то ты познал истину. И есть я или нет меня рядом, истина внутри тебя. Дух Божий внутри тебя горит. И когда израильский народ прошел по пустыне, вот это вот время заботы окончилось, они вошли в землю обетования, что там нужно было делать? А там нужно было воевать. А там нужно было достать меч из ножен. Нужно было идти на врага. Там нужно было вопрошать Бога, Господь, мы народ, выросший в пустыне, мы не умеем воевать, а тут стоят люди с конями и колесницами, мы их победим, Господь. И Господь говорит, победишь, не переживай. И это стоит народ израильский с этим мечом, толком драться не умеет. А Господь просто на войско такой страх навел, что они сами себя поубивали и попадали. И смотрят эти евреи, вот где сила Божья. Но в этом и есть ученичество, быть наполненным Его силой. Точно так же покаялся, точно так же Господь какое-то время ведет тебя, поддерживает. Вот нужно молочко Он дает тебе, нужна какая-то особая забота. А потом апостол Павел говорит, я хотел с вами говорить, как с духовными. А что я вижу? А я вижу, вы не вошли в следующую стадию. Вы не можете есть твердую пищу. Автор послания к евреям говорит, я по времени смотрю, вы уже должны учителями стать. А что я вижу, с чем я столкнулся? Вас еще нужно самих учить, вы сделались неспособными слышать. И вот смотрите, друзья, я сегодня хочу сказать достаточно острую, но реальную правду. Церковь научилась каяться. Люди умеют получить прощение. Стать учеником не так сложно. Люди научились жить в Божьей заботе, когда Бог обеспечивает твою жизнь. Но знаете, чему нужно учиться современной церкви? Нужно учиться двигаться в силе Духа Святого. И здесь написано, Он позвал, для того, чтобы они с Ним были, с Ним учились. А дальше написано, чтобы посылать их на проповедь, чтобы они сами шли. И написано, имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Вот к чему должно привести ученичество, к тому, чтобы власть открывалась. И вы знаете, друзья, не наша власть, у нас власти нет. Евангелие от Матфея в 28 главе Иисус сказал очень важный принцип. «Дана мне всякая власть на небе, на земле, а вы идите проповедуйте». И вот внимательно послушайте, можете посчитать это в самом конце Евангелия от Матфея. Просто последовательность. «Мне дана вся власть, сказал Иисус, а вы идите проповедуйте». Но чтобы эта власть в вас работала, знаете, что написано? «Се я с вами во все дни и до скончания века». Как? Духом Святым, силой Божьей. И вот в этом нужно практиковать свое ученичество. И когда было время сейчас вот этих вот болезней, переживаний, я вам скажу, мы в церкви столько много видели чудес, столько много видели знамений, как Бог просто силой своей поднимает людей. Потому что для этого и дано ученичество. Быть с Иисусом и в Его заботе жить – это одна стадия. Но когда ты должен сам двигаться? И когда у нас человек 47 лет попал в реанимацию, лежал на аппарате искусственной вентиляции легких, и все врачи сказали, все, он оттуда не вернется.
Мы начали молиться, начали поститься. Аппараты останавливаются, несут ему телефон, кладут на грудь, начинают молиться, человек без сознания. Аппараты начинают в этот момент работать, и человек опять начинает жить. И все врачи ходили, говорили, ну эти баптисты вымолили. Оттуда не возвращаются. Он сегодня в церкви. Уже начинают опять набирать. Вот пока лежал, там 15 килограмм потерял, мы ему сказали, прекращай, давай контролируй, а то уже опять начинает расти авторитет, все как положено. Человек живой, настоящий. Более того, друзья, рядом с ним в реанимации лежит врач этой же больницы. И тоже очень плохой диагноз. И помолились за этого брата, а там сестра работает в этой вот в реанимационной палате, наша верующая. И те, кто молились, говорят, возьми этот телефон, положи тому этому врачу. Врач без сознания ему положили, через 3 дня его выписали. Сказали, вообще какое-то странное выздоровление. И этот врач, который был атеистом по природе, противником верующих, он ходит и говорит, представьте, меня верующие вымолили. Я живой, потому что верующие помолились. И все говорят, ну ты ж врач, ты ж противник. Он говорит, а как? Вот тут не попрешь против Бога. И ты смотришь, и ты понимаешь, Бог действует, друзья. Хватит стонать. И мне говорят, у нас, может быть, будет молодежный лагерь, если ситуация в худшую сторону не изменится. Не изменится. Друзья, не изменится. У меня есть для вас обетование. Написано, не все мы умрем. Чего вы переживаете? Не все мы умрем. Одна эпидемия, вторая эпидемия. Да хоть 10 их. Но знаете, что там дальше написано? Не все мы умрем, но все мы изменимся. Да, речь говорится о последнем времени, или речь идет, но я вам скажу, пройдя вот этот вот период эпидемии, болезни, мы очень многие изменились. Кто-то ослабел, кто-то возроптал, а кто-то, наоборот, укрепил свое ученичество и сказал, Господь благ, Господь со мной, Господь являет силу, Господь дает помазание, Господь открывается в дарах, когда сила Духа Святого начинает действовать. Поэтому, друзья, есть детали нашей жизни, и мы очень часто в эти детали столько много усилий вкладываем. Лишь бы было хорошо, лишь бы было спокойно, лишь бы власть какая-то была хорошая. Но важная суть не в самих деталях, а очень важная идея должна быть вот в тех принципах, которые есть в Писании, принципах ученичества. Быть позванным, делать так, как Он сказал, подчиняться, и пойти делать так, как Дух ведет, полностью исполнять Его волю. Вот это настоящее ученичество. Вот так люди будут, двигаясь, приобретать Царство Божье для себя, для служащих, слушающих их. Они будут расширять это Царство Божье на земле, вот так будут расти церкви. И об этом я хочу вместе с вами молиться, друзья. Молодые люди, как никогда сегодня, должны быть направлены на то, чтобы познавать Божью силу. Молодые люди, как никто, должны быть направлены на то, чтобы вот схватить эту идею ученичества. Почему? Потому что ум молодого человека очень цепкий ум, и за что он в молодости схватится, то будет его до старости вести. И если он схватился за грех, то так будет и бороться всю жизнь с грехом. Если он схватился за какое-то проклятие, то так это проклятие будет его мучить, пока не разрушишь. Но мы сегодня не говорим о плохом. Но если он в молодости схватил вот эту вот идею ученичества, «Господь, я пойду за Тобою!» Друзья, то вот эта идея ученичества будет смыслом его жизни. И Писание сделает из этого человека, Дух Божий сделает из этого человека очень сильного помазанника. И вот смотрите, поэтому, когда Иисус пришел на эту землю, да, Он пришел пострадать, Он пришел исполнить Божью волю, но самое первое, что Он начал делать – собирать учеников. Самое первое, после крещения, Евангелие от Иоанна, первая глава говорит, он после крещения Иоанна, он начал собирать учеников. И там был Петр, там был Филипп, там был Варфоломей, там был Андрей. И он собирал учеников, потому что с этого начинается исполнение Божьего плана. И если ты хочешь, чтобы Бог через тебя действовал, будь готов к тому, что однажды Он позовет тебя быть Его учеником. И если ты примешь эту идею ученичества, Божья слава откроется, Божья сила откроется, и Его план исполнится через твою судьбу. Вы можете аминь на это сказать?
Я верю, что это не пассивная аминь, это очень глубокая аминь, когда ты понимаешь, что все не так просто. Я помню рост церкви, и мне казалось, что все просто. Вот там помолился, там послужил, там попроповедовал, там спел. Но чем больше я хожу за Христом, чем больше в служении нахожусь, тем больше я понимаю, насколько все ответственно. И пока Иисус с тобой, ответственность на Нем. Но когда Иисуса нет рядом, ответственность на тебе. И если в тебе Дух Христов, то это открывает Его силу, открывает Его власть. Но если в тебе нет Духа Христова, это разрушает. И поэтому Писание говорит, не будь соблазном ни для кого. Не будь человеком, который обольщается, и путь веры в поношение. Будь человеком, который проповедует, исполняет его волю, и через это Божья слава открывается на этой земле. Давайте встанем для молитвы.